Вдруг возникает президент, который одной рукой подписывает продление чрезвычайного положения до 31 января, тем самым закрывая вообще напрочь любые формы, любые возможности агитации. Второй рукой он утверждает, что выборы уже за Новый день не состоятся, потому что якобы он озаботился правами человека. Правами человека надо было озаботиться в мае прошлого года. Что тогда мы получаем? Тогда мы получаем, что жена узенцы должны сделать свой выбор через просмотры Хабара, через прочитание «Казахстанской правды» и созерцание билбордов с Нуротаном и президентом на улицах Жанаузени, потому что это единственная агитация, которая сегодня в Жанаузени есть. И после погромов это в первую очередь было восстановлено вообще.